Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер. И охотники на зомби, конечно же. Так, давай посмотрим, что нам нужно сделать. Для того, чтобы поднять уровень, нам нужно продать товары. Так, а по ежедневкам дай зомби себе оглушить. Блин, дурацкое какое-то задание — дать зомби себе оглушить и, соответственно, прозевакать зомби. Я как-то на это, честно говоря, не особо согласен. Но если, знаешь как, если мы, например, поставим с тобой капканчик где-нибудь вдалеке, позволить зомби оглушить, он от нас побежит и попадется, тогда да, ради бога. В общем, что нужно? Нам нужен вот этот вот макачино, капучино, я не знаю, как это назвать. И дается он нам вот за этих вот сноубордистов. Так, а сноубордисты, естественно, у нас находятся в зимнем биоме, в который я отправил все свои дроны. Так, может, зимнюю шапку? А, зимнюю шапку. Нет, никакой зимней шапки. Так, поменять оружие. Все, я готов. Ой, я думаю, что такое-то? Лыжи кто-то, блин, поставил. Так, ребят, я забыл уже, как мозги выкидывать. Ой, куда полетел-то? Ну, куда ты, родной мой, ну... Не понял. А с чего вдруг он... Нет. Ладно. С чего вдруг... Да господи, тут... Совы, тут чайки. Вы хоть определитесь. Так, ну давай я, допустим, здесь кину. А если он меня оглушит? А если он меня оглушит? Тогда мы сделаем еще с тобой вот так вот. Ну кто там? Вот как раз... Блин! Такой хотел сказать. Вот как раз он-то меня и оглушит. Едьте. Я поставлю сюда. Так, я готов. Первого я пропускаю. Этого мы ловим. Тот далеко не бежит, парень. Тот у меня, так скажем, на крючке. А вот здесь вот сноубордист, друзья мои. Есть! Так, ну что, мы с тобой поймали сколько? Трех сноубордистов. Получается, у нас на одну порцию уже набрато. Ну, то, что я задание не выполнил. Да и фиг с ним. Так, я пошел в кафе, короче. Ставлю на приготовление нашего капучино. Так, у меня их остается две штуки. Нам нужно еще, получается, четыре, да? Ну, у нас зомби найдены. Так что вперед и с песней. Да, 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 я хочу их ловить и делать из них ароматное утреннее макачино. Я типа спрятался. Вот ты-то мне как раз и нужен. Блин, ну нафиг я тогда ставлю туда капкан, если я его ловлю, блин. Ты посмотри, как жирно. Ты посмотри, как жирно они здесь живут. Три в ряд. Ах ты жук. Поймаю, интересно, его, как думаешь? Сейчас. Атя, хорош. По красоте. Так, давай следующий. Нормальненько. Предуходил я этих сосунков. Санта, ты-то куда собрался? Бежит он уже. Санта, зомби, Санта. Значит, у зомби тоже есть, ребята, Рождество получается, раз есть зомби Санта. Так, слушай, нам осталось-то с тобой тут 4 фишечки получить, и мы с тобой станем на титул лучше. Так, ребят, вообще великолепно, 3. Но, понимаешь, надо еще, еще надо нам одного. Да, нам надо еще одного поймать, и тогда мы с тобой определенно получаем сегодня левелап. Лыжи. Я теперь понял, откуда, ребята, здесь берутся зомби. Оттуда же, откуда и лыжи. Так, мы сделаем с тобой немножко по-другому. Я не хочу никого упустить здесь, поэтому... Опа! А ведь хорошо, что я послал, друзья мои, капканчик. Ой, как хорошо, там... Там
Да подожди ты, что ты делаешь, Рэй? Ну. Ты посмотри. Да вот этот бы нафиг бы не... А, ну да. Ну да. Слушай, заколебала ты уже тут летать, сова, блин, а? А это не засчиталось, да? А, оглушение от совы не засчитывается, друзья. В общем, я больше... Тихо, 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 рычик, не надо шугаря-то давать-то тут. Не надо шугаря давать. Оглуши меня. Я ему не дал ни шанса, блин, ё-моё, оглуши меня. Такс, ну что ж, друзья мои, ловим на живца. Я бы хотел бы глянуть, кто у него там. Да куда ты? Слушай, мне очень крупно повезло, друзья мои, в том плане, что... Ну? Твою налево. Ну что, блин, вот... Хорош, хорош! Ребята, мастерски я провел комбинацию. Потащили его. Ну что же, остается три зомбика поймает любых. Но у меня по нему почему-то, мне кажется, дронов-то больше нету. А поиски, наверное, будут очень долгими, длинными, да? 14 минут. Но зато мы с тобой делаем последнюю порцию. Две минутки надо будет подождать. Подожди, а у нас же есть... знаешь что? У нас же есть с тобой суперский этот раунд. Вот он. Чайнатаун. Да, я готов ловить зомби. Давай не дротики, давай. Тут либо дротики, либо это, да? Ну, можно сделать и вот так вот. Зомби-вор. Ну зачем? Ну зачем ты? Так, а такого зомбика я что-то не помню, ребята. Но с зонтиком. Деловой. Так, какой-то подарок, да? Подарок какой-то. Нет, ребята, это был... Это... Не понял. Подожди, вампиреныш. Он что, был в броне или я по нему не... Что-то я не понял я. Я три раза в него выстрелил, три раза от него отрикошетило. Голуби, как вы мне дороги. Я сейчас вас... Ну давай, петелька, закручивайся. Так, тут еще три штуки будет. Это где же они там заныкались-то? Где же... Да что, блин, ну что, какой улей, блин? Нет, 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 нет. Твою маковку, ребят, не поймал. Ну, не поймал, ты понимаешь, ну, обделался. Ну, ну что я могу с этим сделать? Ну, здесь-то, конечно, хорошо. Я не понял. Один вылез, другой нет? Да, господи, ну... Блин, жалко, конечно, что один... Поганец от меня все-таки убежал. Слушайте, друзья мои, мне еще 11 штук. По-моему, 400 же нужно, да, если я не ошибаюсь, для того, чтобы получить еще одного дрона. О, а у нас с тобой уровень. Так, улучшение плюс 2 плутония. Значит так, нам нужно что-то продать на 1200, продать товары, так, и улучшить зомбовыжималку. Зомбовыжималку, я думаю, что я прямо сейчас поставлю на улучшение. Эту же, да? Тихо, тихо, тихо. Блин, а мне не хватает. Так, ну нам все равно нужно продать что-то на 1200. Что можно продать на 1200? Блин, при таких ценах я буду год продавать тут что-то. Сколько здесь? 800, да? 800. Будет 49 минут. Ё-моё. Тут 600.
4 минуты, ладно, еще куда ни шло. Так, давай банановых девочек тогда на распродажу. Тут тыщенка. Нам нужно 1200. Подожди, 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 подожди. Ну? А почему столько-то... А, 1200 товаров! Ёпарасоты, я думал, на 1200 монет. На 1200 монет. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Тогда я тут буду продавать, блин, вечность. 1200, блин. Ну куда, это, ребят, не годится. Так, а у меня же жир... А, жиробаса у меня нет, к сожалению, да? Жиробаса у меня нету. А что у меня есть? У меня много эльфов. И есть вот эти вот. Плюс вот этих много. Но этого все равно, ребята, недостаточно. На 1200. 1200 я всего лишь, ну, максимум здесь сколько? Ну, 50, может быть. Так, я могу... Ёпрста, я могу ее улучшить сейчас? Ну, хотя бы так. Одно задание выполнил. Подожди, а печеньки с кого у нас? Ага. Этих нам в любом случае тогда, получается, надо будет выжимать. Это 60 порций. То сколько порций? 15, получается, да? Вообще, изначально, по-моему, идет 20 порций, насколько я помню. Так, у нас что-то там... Ага, зомби нашел дрон. Ой, дрон нашел зомби. Я пошел. Блин, ну 1200 товаров продать, это... Ну, это долго, друзья. Плак-плак. Очень долго. Это надо мне моих дронов, знаешь, куда отправлять? Ах ты! Ну-ка! Блин, почему у меня только какого-то турбоускорения, ребят? Есть! Фу! Мне нужно турбоускорение. Да ядрен ты, матрон! Есть! Даже никого не успел потерять, друзья мои. Ну-ка. Вот дурачок местного разлива, а? Я видел, 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 видел там. Там еще один же больной сидит. Так, вот скинем на прикормку. Готов, будешь икать в другом месте. Так, я... Да... Оп, подловил. Давай там кто? Там чайный зомби, да? Блин, мне надо было, чтобы он меня оглушил. Ну тогда бы я потерял, ребята. А так, у нас еще один жетончик на кармане. Из всего остается их два. И восемь. Восемь. Подожди, а я хоть прав? Мне на самом деле надо сейчас глянуть, сколько мне нужно плутония, чтобы получить еще одного дрона. Я забыл, как это делается. Да ёк-макарёк. Так, это сколько там еще? Да еще приличное количество нужно будет этих поймать охламонов для того, чтобы нам здесь это будет сделать. То есть еще порцайку, потому что идет по двадцаточке. По двадцаточке. Там у нас 150. Ну, в общем, долго еще. Как узнать, сколько нужно для открытия нового дрона? Так, а сколько... А, я могу купить уже. Все, друзья мои, я купил еще один дрон. Есть. Так, ну мы... Да подожди ты, 760. Я... Черт, я все забыл. Как мне отправить туда дронов? А, вот. А с другой стороны, а нафиг мне их отправлять, если мы... Можем с тобой здесь их ловить. Нам так и так с тобой нужно будет... Эть? Обманет же гаденыш меня. Вот чую нутром, ребята, обманет меня сейчас. Блин, волк бежит. Волк бежит. Ать! Как я его, а, прессанул. Как, друзья мои, я его просто... Пушка какая-то. Сова, иди отсюда. Так, значит, делаем следующим образом. Ставлю сюда.
На всякий случай, вот так. Перестраховка маленькая. Ну, кто там? Кто там? Кто? Мне интересно. Не убежал, засранец мелкий. Он меня подловил, ребята, тем, что он подпрыгнул. Так, давайте как-то по одному. Ну почему ты сразу в броне-то бежишь, а? А этот вылез? Нет, не вылез, потому что... Потому что закончилось... Потому что закончилось это. А, время действия мозгов. Звучит как план. Кончилось время действия мозгов. Офигенно. Блин, вот как бы так сделать бы хотелось бы, чтобы он тебя оглушил, а в то же время ты его поймал. Но это нечестно. Это нечестно было, ребята. А, я его поймал за шкирку. Друзья мои. Итого 49. Итого 49 у нас. Ага. Но что я могу сказать? Пока очень даже неплохо. Все, этих мы сделали. Ну, блин, ну 190 там с лишним, 1200 товаров продавать. Ну, это, конечно. Мне почему-то кажется, что выгоднее всего вот на этих вот хламонах, ребят, вы, ну, как сказать, ловить вот этих вот обормотов. И, наверное, я так и сделал. Я сейчас отправлю дроны на туда. На этот, не на пляж, а как он там называется-то? На болото. На болото, на болото. На болото. Все, и пускай они там ищут их все спокойненько, припеваючи, да? Ну да, нам все равно. Слушай, а смотри, в чем прикол. Вот здесь вот есть, да? Здесь вот есть такая штука. А почему здесь нет? А, нужен уровень 46. 46 уровень. Дуба дали. Ребятушки, да в жизни не это. Подожди, ну смотри, вот этот дрон ищет этот. А эти-то почему? Эти будут искать уже после того, как это активируется, или что? Наверное, да. Наверное, да, друзья мои. Ну что я могу тебе сказать? 790 этих надо искать нам с тобой. Плутония, 790 плутония, ребята. Так, ну что же, друзья мои, мы левел получили. Следующая постройка у нас будет на 38 уровне. То есть буквально, когда мы с тобой тут все это сделаем. А когда мы это сделаем, я не знаю. Я буду, ребят, наверное, может, за кадром потихоньку заходить и потихоньку зомби. Ну, в общем, увидимся в следующем видосике, ребята. А на сегодня все, всем удачи и пока.